встречайте палаванского вонючего барсука. Вид млекопитающих из семейства скунсовых, хотя и зовется барсуком, размером с большого скунса или маленького барсука. При этом он является одним из самых крупных представителей семейства скунсовых. Да, палаванский вонючий барсук назван из-за сходства с барсуком и сильного неприятного запаха, и крупнейшего из островов, на котором он обитает, Палаван, что на Филиппинах. А поподробнее о них у нас на канале.